Дамы и господа, имеем честь представить вам главное телевизионное событие этого вечера в Крыму – ток-шоу «Жёстко». Острая тема, убойные аргументы и бескомпромиссные позиции двух сторон. Главный арбитр в ринге – Елена Емельянова! Добрый вечер. Наказывать или уговаривать? Вот в чем вопрос. Как не вырастить агрессивного маньяка или инфантильного неудачника? Сегодня у нас в студии сторонники жестких методов воспитания и противники телесных наказаний. Кто победит на информационном ринге? Начнем спорить прямо сейчас, и все будет жестко. В красном углу ринга сторонники жесткого воспитания. Василий Середа. Товарищ атамана хуторского казачьего общества «Станица Терская». Таисия Данилова, семейный и детский психолог. Эскендер Вагапов, президент Крымского союза «Тхэквондо». В синем углу ринга сторонники мягких методов воспитания. Людмила Чередниченко, президент Центра возрождения семейных ценностей «Восстановление». Вера Паутова, заведующая отделом Дворца детского и юношеского творчества. Валерий Дива, основатель системы доброты, отец 12 детей. Первый раунд. Бой с тенью. Правила первого раунда. Задача участников двух команд, отвечая на мой вопрос, максимально коротко и ясно разъяснить свою позицию по теме. На это каждому из вас дается ровно 30 секунд. В споры не вступать. Для этого будет отдельный раунд. В ринге запрещено использовать нецензурную лексику и физический контакт. Все, что не запрещено, разрешено. Но я не советую вам отклоняться от темы, нарушать регламент и без причины переходить на личности. За ходом поединка буду следить я и судейская коллегия. Максим Покатаев, пресс-секретарь Крымского отделения движения «Волонтеры Победы». Протоиерей Владимир Кашлюк, руководитель семейного отдела Симферопольской и Крымской епархии и секретарь судейской коллегии, редактор телеканала «Крым-24» Дмитрий Михайлов. Все нарушения учитываются при вынесении итогового решения. Вы готовы? Итак, мы начинаем. В ринге все решения принимаю я. Кому выступать первым? Команда сторонников жесткого воспитания будет первой. У каждого из вашей команды есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос. А зачем наказывать детей? Вам что, не хватает слов, чтобы справиться с непослушным ребенком? Или вы на нем вымещаете всю свою злость? Кто первый? Давайте я. Сразу хочу оговориться, что в вопросе уже содержится некоторая провокация, да, по поводу того, что наказание – обязательное вымещение злости. Это не так. Глагол наказания от слова «наказ». Наказывать – это напутствовать и наставлять ребенка. И вот правильное наказание, оно не вызывает агрессивных реакций, оно ребенка не ломает, оно помогает ему выбирать добро и не выбирать зло. Другое дело, что взрослые со своим отсутствием рассудительности и правильным пониманием вообще этимологии ремень слова... Ремень или розги – правильное наказание? Есть, сразу могу ответить, есть некоторые дети, которые, например, очень гиперактивные, их можно шлепнуть, а некоторых ни в коем случае шлепнуть нельзя. Можно. Спасибо. Вы? На этот же вопрос. Я так думаю, что все-таки тут надо начинать... Больше бы я обратил внимание на родителей. Ведь такие слова и чувства, как «спасибо», «здрасте», «до свидания», «пожалуйста», они выходят именно из семьи. И если родители сами уважительно относятся друг к другу, я не думаю, что ребенка надо будет жестко в чем-то наказывать. Василий, что вы думаете? Ну, у нас исторически сложилась вынужденная необходимость, жизненная. Бить.
Нет, не бить, но ограничивать жесткая дисциплина наказания, поскольку ребенку с детства попадает в руки холодное оружие. То есть, соответственно, то есть уже сама подготовка такая подразумевает железную дисциплину. Однозначно. То есть мягкости допустимы, но всегда для этого существовало две стороны. Отец и дядька, который выбирался. Отец мог быть слишком мягкий, дядька мог быть слишком строгий. А когда они вдвоем, находилась именно та золотая Спасибо. Середина. Теперь ваша очередь, противники телесных наказаний. Воспитанный в тепличных условиях ребенок не готов столкнуться с жестокостью этого мира. Вот зачем вы своими руками портите детям жизни и выращиваете из них нарциссов? Наверное, больше не портим, а именно через любовь и через такую гармонию и понимание этого мира мы просто ребенку не наказывая, а рассказывая, что такое мир, что такое люди, с которыми ты столкнешься, что такое социум, показываем их правильное – это любить и понимать этот мир. Вот так, без наказаний и без рукоприкладства. Валерий, что скажете? Ну, я придерживаюсь конов природы, и один из хороших конов природы – это… Три причины всех несчастий человека и человечества в целом. То есть незнание, неумение и нежелание. И если ребенок не желает, его нужно уметь так спровоцировать, чтобы он пожелал. Если он не умеет, его нужно научить, дать ему знания. И тогда, конечно, в общем-то, не нужно будет прибегать, может быть, и к жестким методам. То есть родители должны и дать знания, и научить действовать, а потом уже спрашивать. А если это не дается... Спасибо. Что скажете? Я считаю, что над ребенком применять насилие – это, ну, нельзя. Я считаю, что нужно ребенку разумно объяснить, разумно показать, что такое жизнь, какие элементы в жизни могут быть такие, с чем он может вообще в жизни столкнуться. Потому что, вот, допустим, у меня есть внучка, да, и она не хочет учить уроки. Я ее не заставляю. Я говорю, ты завтра придешь в школу, и там у тебя спросят, почему ты не выучила. И оставляю ее. Просто ухожу. Она приходит и говорит, баба, все, Спасибо. Я уже все сделала. Время первого раунда истекло. Теперь слово судьям. Так, чьи стартовые позиции сильнее? Кто сейчас лучше? Команда в красном угле, безусловно, аргументы сильнее. Но и позиция оппонента тоже достаточно интересная, потому что все-таки золотая середина – это то, что будет формировать разумность к этому вопросу. Спасибо. Чьи стартовые позиции лучше? Вы кому-то симпатизируете, либо беспристрастны? Я надеюсь, что я все-таки беспристрастен, но команда красная была более аргументирована. Спасибо. Людмила, скажите, вас в детстве когда-нибудь били или вы были слишком послушным ребенком? Вы знаете, меня в детстве никогда не били, но... Такие наказания, как, допустим, вот ты не хочешь учить таблицу умножения. Вот ты зайдешь в комнату, и ты отсюда не выйдешь, пока ты ее не выучишь. То есть это не насилие, но это твердый наказ. Вот как говорила Таисия Николаевна, что вот этот наказ, я его принимала. То есть наказание было. Спасибо большое. Вера, скажите, а вот вы работаете с чужими детьми, на которых нельзя ни сорваться, ни накричать, ни тем более побить. Поэтому, наверное, срываетесь дома на своих? Ни в коем случае. Я понимаю, что родитель не должен использовать какую-то вот меру наказания с точки зрения, зная, какая у него самая больная точка. К сожалению, родители так и поступают. Они знают, что для ребенка важно и ценно, и они именно это отнимают и именно этим наказывают. Любовь и созидание, объяснение и понимание ребенка, почему он так поступил, это важное, а не наказание, не физические телесные наказания. Валерий, вы многодетный отец. Скажите, неужели все дети идеальные и никто вас никогда не выводил из себя? Ну как? Бывает все, но я хочу обратить внимание на то, что каждый ребенок индивидуальность, и поэтому каким-то... Но выводят же себя периодически. Ну, один выводит, а другой не очень. Но дело в том, что когда я вижу индивидуальность ребенка, я делаю все, чтобы он меня не выводил, именно к нему индивидуально относясь так, понимаете? То есть... Нельзя всех под одну гребенку. И тогда будут все выводить. Или могут все не выводить. Вы, наверное, идеальный отец. Спасибо большое. Итак, ответьте. Право сильного, закон джунглей в 21 веке не устарело ли? Право сильного? Сильное – это зло. Зло порождает только зло. Силой вы ничего не сможете сделать. Никогда сила не побеждала. Всегда побеждал разум. Спасибо. Вы даете детям оружие. Не боитесь, что против вас его применят когда-нибудь?
Нет, никогда мы не боимся этого. Для этого существуют примеры, причем самые жесточайшие. У нас жесточайшее наказание, когда человек уже взрослый, не ребенок. А ребенок, видя это, что его ждет, с чем он столкнется, он уже сам будет принимать решения, но они естественны, да, то есть никто не захочет, да, то есть, ну, вот один пример всего, да, старинный казачий закон. Поднял руку на брата, живым туда же в могилу. Спасибо. Какие аргументы во втором раунде будут для вас, и сможете ли вы кого-то на свою сторону перевести? Ну, наверное, главный аргумент – это сохранение рассудительности, первое. Второе – каждый ребенок, он индивидуальный, и то, что хорошо для одного ребенка, совершенно неприемлемо для другого ребенка. И третье – со злом нужно бороться, и очень часто любовь как форма попустительства способствует распространению зла. Спасибо. Итак, судьи вынесли свое решение. В первом раунде раздельным решением судей побеждает команда в красном углу сторонников жестких методов воспитания. Счет 1-0. Второй раунд. Глухая защита. Правила второго раунда. Я задаю вопросы каждому из вас по очереди. Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным. Итак, поехали. Таисия. Агрессия порождает агрессию. Я думаю, что вы согласитесь с этим. Те дети, которые травят одноклассников в школе, как правило, дома терпят физическое насилие. И зачастую потом по жизни руководствуются правом сильного. Вы готовите себе будущих пациентов? Не всегда. Я вам буду оппонировать, потому что очень часто травят нарциссы. Как раз психопаты, которых родители либеральным попустительским воспитанием взращивают вот в концепции, что ты самый лучший, самый умный, и тебе вообще все позволено. И именно эти дети очень часто нечувствительны, неэмпатийны. Именно они очень часто оказываются теми инициаторами, которые начинают травлю и используют более слабых людей, которые вот попадают под их вот такое лидерское влияние. Поэтому не всегда можно сказать, что агрессия порождает агрессию. А те, которых порят родители, получается, они сильные? Те, которые порят родители. Во-первых, сейчас родители очень мало кого порят на самом деле. Родители сейчас в большинстве случаев придерживаются так называемого девокрамического либерального воспитания. И поэтому некоторых детей, которых нужно жестко ограничивать, именно ограничивать в силу их индивидуальных особенностей нервной системы, они не понимают по-хорошему. То есть вот, например, ко мне заходит мама с мальчиком, и мальчик творит, что попало у меня в кабинете. И до тех пор, пока я его не вывела в коридор и сказала, у меня в кабинете поставили так нельзя. Поставили в угол? А? Поставили в угол? Я его вывела просто в коридор. Он сразу понял правила игры. За ухо? Он сразу... Я взяла за руку его. И за руку? За руку. Вывела и сказала, у меня так себя не ведут. Вы не и считаете, мама попросила... У нас может здесь вопросы я задаю. Да. И мама попросила, или сейчас мы здесь наводим порядок, и вы видите, как нужно вашего ребенка поставить на место, или дальше вы с ним не справитесь, а в 15 лет это будет большая беда. Он сразу понял, кто здесь сильный. При этом я не применяла никакой агрессии, никакого насилия. Я озвучила свою твердую позицию и свои твердые правила, и он сразу понял. А была бы возможность, вот ремня бы в своем кабинете дали ему? А ремня бы, наверное, не дала, потому что это не мой ребенок. Но вот у меня трое детей, я всех их троих воспитываю по-разному. Вообще. И вот последний у меня сын, и я к нему применяю совсем не те методы, которые я применяла к двум дочкам. Потому что по-другому, когда я с ним начинаю разговаривать, объяснять, он на стол лезет, да, он не понимает. У него немножко другая нервная система и другая чувствительность. А какие это методы? Достается всем, я поняла. Вывожу в коридор. Закрываю дверь и говорю, у нас дома на стол никто не лазит. Такие правила. И до тех пор, пока он не поймет, не попросит прощения, я его на кухню не впускаю. Печенье у нас в зале не едят. И до тех пор, пока он не усвоит эти правила, это озвучивание правил. И некоторые, ну как бы, мы ребенка помещаем в некоторые рамки и даем ему четкую инструкцию, что такое хорошо и что такое плохо. Это практически тюрьма. Жестко. Так самое главное, это в вашей картине мира жестко. А в его картине мира он тут же вытер слезы. А он понимает? Конечно, понимает сразу же. И говорит, все, я все понял. Он не чувствует себя жертвой. Вообще не чувствует. Дрессура какая-то. Очень часто, да, дрессура. Некоторых и нужно дрессировать. Просто очень часто детей. Родители судят по себе. Например, была маленькая ранимая девочка. Она пережила какой-то стресс, насилие. Она выросла и сказала, никогда не буду наказывать детей. И вырастила сына психопата. А вы не боитесь вот после таких заявлений детского омбудсмена? А что я такого делаю плохого? Аргументирую. Что я так... Аргументируйте, да? Докажите мне, что я делаю такого плохого. Спасибо.
Людмила, все мы хотим, чтобы дети были воспитанными, чтобы нам никогда не пришлось их наказывать. Но статистика по детской преступности, она доказывает, что это невозможно. Как вести себя с трудными детьми? Вот если бы на вас направил оружие 14-летний недоросли, вы что бы, подставили ему вторую щеку? Нет, ну вторую щеку я бы ему не подставила, но дело в том, что попыталась бы, наверное, с ним поговорить. Почему, я скажу, потому что у меня есть опыт воспитания трудного подростка. У меня был под опекой мальчик, которого я взяла из реабилитационного центра. Там этих детей воспитывали именно трудом. Они были в закрытом учреждении. Трудотерапии. Да, трудотерапия. Вот. И я считаю, что это помогало. Их занимали. Ребенок, независимо от того, мальчик это или девочка, их учили вязать там. Он шикарно вязал. Мальчик 12 лет, я его вот забрала оттуда. Вот. То есть закрытое учреждение? Вот, закрытое. Это тюрьма, закрытое нет, учреждение? Нет, ну там не тюрьма. Там типа, ну как сказать, ну может лагерь какой-то такой, где да, именно жили эти трудные подростки. То есть посредством трудотерапии там, они учились себя... там, у них были теплицы там, их учили вязать там. С ними... Строгого режима лагеря или общего? Нет, там типа как военная такая вот была у них... Ну, как в армии, скажем так, дисциплина. Вот. Ну, потому что это трудные подростки, и их по-другому нужно... с ними нельзя. По-другому нельзя. Но когда им начинали доверять, вот этот мальчик, который был у меня, он был на хорошем счету, и мужа начинали доверять. Ему разрешали выходить за пределы этого учреждения, вы приносить за наказание. Там что-то. Вы можете перейти на другую сторону. Ну... Вообще никак не наказывает, но я считаю, что если это трудный подросток, и, допустим, если у него... Вы впоследствии этого трудного подростка наказывали? Впоследствии нет, но он у меня дома знал свои правила. Вот свою работу. Словесные правила? Словесные. Никогда. То есть у вас был режим дня, распорядок? Ну да. Он приходил со школы, он знал свои, когда ему гулять, когда делать уроки, когда уборку делать. Собака у нас была, он занимался собакой. Этот ребенок был занят. Какая-то эксплуатация. Ну почему? Этого ребенка я любила, и он меня любил. И до сих пор ему 23 года. Сейчас он женился, у него есть ребенок свой. И понимаете, я вижу результат. А он его наказывает? Он его наказывает? Он только родился. Нет, не наказывает. Еще не успел. Советские традиции воспитания не исключали физических наказаний, да и к детям тогда относились проще. В итоге своих престарелых родителей бросали не более 15% таких детей. А что же касается нового поколения, когда ребенок является центром вселенной для своих родителей, в 72 случаях из 100 он не желает знать родителей, как только те перестают быть для него полезными. Вот с таким подходом вы не боитесь остаться одной на старости лет? Кто принесет стакан воды? Не боюсь. Потому что у меня вот в жизни я родила одну дочку, да? Но у меня почему-то так сложилось, что я работаю с детьми-сиротами, работаю с подростками. У меня второй брак, у мужа двое детей, один сын-инвалид и дочка. И понимаете, я люблю их, они любят меня. И получилось, что у меня, по идее, одна дочка, но у меня детей, как я вот посчитаю сейчас, штук 7 точно есть. Поэтому не боюсь. Вот надо ремонт сделать. Приехал этот мальчик, сделал полностью ремонт летом. Надо, допустим, у него и так случилось, что женился тоже девочка-сирота. Вот, как-то так свелось, видимо. Вот, они вдвоем приезжают с этим ребенком. Трудом перевоспитывать можно? Можно. Трудом. Можно, да. Да. Трудом и любовью. Другое еще скажу. Нет, одним трудом. Спасибо. Это же... Василий, зачем ругать ребенка? Вот у вас хватает слов, чтобы объяснить? Что делать хорошо, а что плохо? Вы оправдываете насилие над детьми традициями или вы прячете под папахой свою беспомощность? У нас нет традиции физически наказывать детей. У нас есть традиция... С 18 лет? Да, физически наказывать взрослых, уже отвечающих. А ребенок видит, за какие проступки существуют жестокие наказания. То есть чего вообще нельзя никогда в жизни допустить. За какие проступки? Ну, я вот только что приводил пример, да, поднять руку на брата, вот вопрос как раз и стоял, да, чтобы он не поднял оружие против своих же, да, то есть родных. Сам факт того, что его учится, сама психология воина, воин, который начал поединок, в этот момент проиграл. И вы будете проиграл. Закапывать в могилу живого человека при детях? Ну, сейчас это сейчас уже... не будете, это нет, понятно. Сейчас понятно, сейчас не будет. А тогда, я же другой могу пример привести. Если, к примеру, в станице... Ну, в 20 веке дети в виселицу играли, так вы предлагаете. Нет, ну я здесь не об этом. Да. То есть если мы берем из прошлого, да, то есть жестокие примеры, которые приводились, вот воспитание детей, измена.
У нас жестко к этому относились. Значит, к лесу отвели, кого поймали на измене, двоих. Закопали по шею в землю. А утром привели детей посмотреть, что звери с ними сделали. То есть вот пример, который они видят, да, то есть, ну, это из прошлого. Это пример? Да, это из прошлого. И вы такие примеры приводите детям? То есть сейчас я просто об этом рассказываю, как это было. Своим детям рассказываете? Вы их бьете, своих детей? Нет, мы детей не бьем. Да. Своих детей? И не своих, не чужих. И это не... Солдат ребенка не обидит. Ну как бы... Вот это любовь первая основа. Казаки, которых тоже пугали всю Европу в свое время, это после похода Наполеона, когда пошли уже казаки в Европу, Александра поход европейский, расписывали, что казаки едят младенцев. История, хорошо, но может вам перейти все-таки на ту сторону, если вы против наказаний? Почему против? Вот трудом... Подождите. Нет, физических наказаний не бить. А вот трудотерапия, плюс вот духовное развитие постоянно. То есть казаки без духовности... Подзатыльник – это в вашей системе координат что? Я допускаю, что может быть какая-то крайность какая-то, вдруг, если это связано с жизненной необходимостью, то есть когда угроза жизни. Поставить на колени? На горох или гречку? Нет. В угол? Нет. Трудотерапия. То есть тут же отправить на какую-то работу нужную, чтобы оно... Перебирать горох. Труд облагораживает человека. То есть вот эта фраза, ну, любовь вот по-любому. Ну, как-то агрессия к труду. Вам так не кажется? Нет. Чтобы дети потом, понимая, что это наказание, трудом. Ну, почему наказание? Ведь по концовке все равно он втянется в это. Он будет занят. А если это с любовью, с объяснениями, почему, да как? У него выбора нет. Это его наказание. Ну, он же знает. Вы старше и сильнее. Нет. Если он вас все равно не слушается. Ну, как это не слушается? Что вы делаете? Ну, я не знаю. Так вот, как это у меня не просто... буду, не хочу, на пол упал. В истерике бьется. Что вы делаете? Значит, дать возможность уже психологические методики избавиться от истерики, естественно, успокоить его прежде всего, потому что вот эти моменты надо успокаивать, убирать, а потом уже разговаривать. То есть в любом случае словом можно только что-то принести. То есть зло породит еще большее зло. Это однозначно, это ком, который... Поэтому я говорю, что воин, который начал поединок, он проиграл в этот самый момент. А можно... Покажите свой кинжал. Ну, достаньте из ножен. Только чуть-чуть. Полностью не надо. То есть это боевое оружие, его полностью доставать. Вы из любви с ним ходите, да? Ну, как бы это традиция. Это... Мы с ним спим. Ребенку дарится, он начинает спать с оружием. То есть это часть становится. Это, ну, какое-то родное. Это кусочек меня, да. Его в руки никому не дам. Вы отстаиваете позицию, что детей бить нельзя. Но в последнее время именно подростки начали поднимать руки на своих учителей. Примеров множество. Вы работаете с детьми. Вот ваша позиция изменится, если кто-то из ваших воспитанников вас ударит? Очень интересно, что вы вспоминаете статистику, и можно, знаете, слушая статистики о том, что увеличилось количество преступности, всего, вдруг начать всех наказывать. Вы знаете, мои оппоненты говорят очень красиво, но мне кажется, они лукавят. Лукавят, потому что они загоняют детей в какие-то определенные рамки, на мой взгляд. И вы знаете, наказание и к труду привлечение здесь нельзя, это можно. Мне это кажется, рамки. Это все-таки неправильно. Это рамки. Мне очень нравятся мои педагоги, потому что они понимают, они перестают быть педагогами в тот момент, когда они сами перестают учиться. У нас у всех такой, мы были в каких-то рамках в свое время, нас вот так воспитывали, нас вот так наказывали, нас вот с нами вот так были. Сейчас другие дети, они другие. Они хотите, говорите, что они инопланетяне. Их нельзя ставить в рамки. И нельзя говорить, здесь не ешь печенье, здесь не работай, здесь не трудись. Вы хоть раз в жизни ударили ребенка, вы? Нет, не ударила. Не ударила, и считаю это неправильно. Если ребенок падает на пол и начинает истерить, я упаду вместе с ним и скажу, смотри, я улитка. Или смотри, я какой-то там небесный. Я переключу внимание ребенка, но не ударю его, понимаете? Потому что... То есть вы включите в его игру? Я включу в его игру. Я покажу, что я также с ним начну бить по полу. Я начну также с ним кричать. Потом он остановится, посмотрит на меня. Я скажу, долго привет. Вы истерить будете? Я буду истерить, пока я не приведу его в чувство. Но вы знаете, я вам скажу, что долго не придется истерить. Ребенок переключается моментно. Как только я вижу, у нас в учреждении приходит ребенок, и он плачет, я не хочу идти, его нужно переключить внимание. Сказать, но исходя из вашей логики, если ребенок начинает бить стекла в больнице или в любом общественном месте, надо подключиться, взять это камень, уже, помочь? Это, вот смотрите, это уже то, что вы сейчас приводите, и та статистика, это уже итог вот этих рамок. Вот когда ребенка загоняют в эти рамки, вот потом они уже становятся вот такие. У них идет агрессия к труду, еще к чему-то. А если ребенка изначально... Что вы будете делать, если ребенок начнет бить стекла? Я вам скажу, я работала с трудными детьми. Чего им не хватает? Им не хватает просто обнять,
Вера, что делать? Обнимать, забирать глаза. Камни из рук? Да, подойти и сказать, я люблю тебя, посмотри, как все замечательно. Я люблю тебя, я готова с тобой поговорить. Давай вместе, давай попробуем. С крыши будет прыгать? С крыши будет прыгать. Значит, я, наверное, подошла бы к нему и сказала, подожди секунду, я с тобой. Вот 2 секунды, только подожди, я с тобой. Одна, я готова. Я готова прыгнуть с тобой, только у меня к тебе один маленький вопрос. И начать с ним разговаривать. Переключение внимания ребенка. Состояние. Вы понимаете, мы взрослые, нам кажется, что ребенок должен действовать четко, грамотно и правильно. Он не может. Он только щупает мир. И вот если мы, понимаете, воспитать дисциплинированного ребенка, воспитать его интеллектуального, но не воспитать его миролюбивого, это значит воспитать ребенка, который будет угрозой для общественности, понимаете? А вот если мы воспитаем ребенка миролюбивого, сердечного, понимающего, что его любят и он нужен в этой жизни, агрессии дальше не будет. И не будет. Вы предлагаете детей, детям щупать окна. Мир, по сути, до основания, а потом впоследствии, когда они его разрушат. Что вот делать? Я думаю, что разрушение... То есть где вот, грань этой вот вседозволенности? Вот тут разрешение итог, чтобы она не говорите, вседозволенность, это уже потом идет. Ребенок, пока он формируется, пока он маленький, родителю нужно сконцентрироваться и уметь... Вот, а почему я сказала про педагога? Педагог перестает быть педагогом, когда он перестает учиться. Мы должны каждый день учиться. Как работать, как быть правильной женой, как быть правильной матерью, как быть правильным другом для своего ребенка, понимаете? А мы считаем, что мы родили ребенка, мы почитали психологические книги, ага, мы посмотрели, как его воспитывать, все, мы все знаем. Тогда почему у нас дети поджигают бездомных, бьют своих сверстников? Почему? Потому что все мы родители, нелюбви, потому что, вот, того, что мы не наверное, падаем, такая сторона оппонентов, они вымещают какую-то свою агрессию, какие-то свои проблемы. То есть вопрос к вам? Да, ну, я думаю, что вот оттуда идет это изначально, конечно. Большая любовь. Большая любовь, у которой, а тут рамки, а у нас большая любовь. Вот большая любовь, дети цветов. Вы хиппи не были в юности? Нет, хиппи не была, но была миролюбива и открыта всем сердцем к этому миру. Вот. Мы уже говорили о том, что потакание всем детским капризам, оно привело к появлению целого поколения инфантильных детей. Даже официально период детства хотят продлить до 30 лет. Вот что дальше? Великовозрастные дети, они будут прятаться под маминой юбкой? А может, дом пионеров ваш переименовать в дом пупса? Вы знаете, тут есть другая сторона. Вот есть, когда мы даем не будем ребенку переименовывать. Гаджет, когда мы даем ребенку все блага и говорим... Да, любимый, включаем ему свинку, любимый, и говорит, посиди. Я очень устала, я с работы, я такая уставшая. Ты давай занимайся, вот тебе все, что ты хочешь. Ты хочешь денег, на. Ты хочешь гаджет, иди. Другое дело, когда мы приходим с работы, убираем всю работу в одну сторону и говорим, давай мы с тобой порисуем. Вы у детей ваших отбираете или, гаджеты слушай, все? Отбираю, но я даю им определенное фиксированное... Доза, микродоза. Да. Но я не отбираю и не говорю, убери гаджеты. Я это говорю, тоже рамки, отобрать смотри, гаджеты. Мы сейчас с тобой увидим что-то необыкновенное. Давай мы чем-то позанимаемся. Я включаюсь с ними, я, приходя домой, становлюсь сама ребенком. Но есть часы определенные, в которые они могут... А, нет, часов нет определенных. Так вы же нет говорите, определенных... что есть доза какая-то. Есть та доза, которую я знаю. Не знают ее дети. Я прихожу, я понимаю, ага, уроки сделаны или не сделаны. Сейчас мы переключаемся, я их переключаю. Я не ставлю их в рамки доз или еще чего-то. И мы не воспитываем инфантильных детей. Мы вместе с детьми развиваемся. Мы не отдаем им все блага в руки, чтобы они ими пользовались. Мы говорим, да, у тебя есть все. Ты можешь пользоваться всем, чем угодно. Но давай я научу тебя но в рамках. Этим пользоваться. Не в рамках. Давай я с тобой покажу тебе, сколько нужно времени отвести вот на это. Давай мы попробуем вот здесь. Если мы с тобой будем много в компьютере, мы не успеем порисовать. Или не успеем полепить. Или мы не успеем увидеть с тобой мир. Или этот город, или эту жизнь. Стекла понимаете? Побить не успеем. Так что делать в больнице, когда все-таки... А вот стекла побить, я вернусь. Это, опять же, к моим оппонентам вопрос. Это когда мы их ставим в рамки, и у них идет агрессия к этой жизни. И стекла он бьет не потому, что мы им, к нему были открыты душой, а стекла он бьет потому, что кто-то когда-то очень сильно его обидел и не дал ему той любви, которой нужно. Это, пожалуйста, к оппонентам вопрос. Почему? У нас будет еще отдельный раунд, и мы вернемся к этому вопросу. Искандер. А вы знаете, что даже психологическое давление на ребенка, оно описано в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вы не боитесь крупного штрафа или даже тюрьмы за вашу философию воспитания? Ну, какая наша философия воспитания? Жесткие методы. Учитывая программу, в которой мы живем, мы воспитываем бойцов, спортсменов, у нас бойцовские. Мы живем на ринге. Вы говорите, программа, в которой вы живете. Мы все? Что вы имеете в виду? Нет. Я подхожу от вопроса воспитания детей, сферы работы, в которой вот мы сегодня так успешно трудимся, будем говорить так. Что сегодня, допустим, наша организация начисляет от 5 до 18 лет, вот как я их считаю еще детьми, да, более 1500 воспитанников вот, по республике. Вы учите Крым. Детей реагировать на агрессию? Мы никогда не учим, мы всегда есть философия. И я ее уже говорил, только что повторюсь, что зло породит только зло. Какая философия наказания за провинность? Как вы наказываете? Наказание. Что значит наказание? Наказание
какое? Самое главное, чтобы ребенка не унижать. Когда ребенок унижен, в нем правильно говорили. Как конкретно наказываете вы? Вот. Физической культурой, я имею в виду не физически, что мы их бьем. Физической культурой. Да, именно. Ребенок, если он не послушен, он будет отжиматься, он будет стоять на кулаках, он будет именно исполнять то, пока все будут на глазах играться. У всех. Естественно. Это не унижение? Это не унижение, это наказание. Потому что это проходит все. И если вы не считаете, вдруг... что вы подавляете у него? Все стоят, смотрят в этом кругу, а он вот здесь а отжимается. Он не в кругу, он не в кругу. Он стоит. Это же психологический такой эффект. Это он стоит в своем углу, а все остальные действуют, делают то, что они делали, допустим, до этого момента. Если все вдруг остальные не знают о том, что он отжимается, у вас не принято Почему? Публично. То есть все это эффект, знают, что так называемый отжимается. Эффект свидетелей. Или же, если вы хотите ребенку четко дать понять, командные чувства, чтобы они, вот как говорится, не обиженными, а все вместе, то за нарушение одного может отжиматься все. Я вам отвечу, что в психологии это называется эффект свидетеля. Чем больше свидетелей, тем меньше шансов на то, что кто-то впоследствии уже за пределами вашего кружка вступится за эту жертву. И поэтому, если будет только один наблюдатель, то он скорее поможет, чем если соберется толпа. Понимаете, этот эффект работает, он работает внутри детской аудитории. Да, ну, может быть. То есть никто из них не вступится за него, не скажет, да, ну зачем им? То есть он вырастет впоследствии и отомстит за свое унижение. Как не вступится? Они знают, что они работают в командном составе. И что команда должна делать, чтобы достичь цели, они должны работать в одном направлении. А не так, я пошел влево, он пошел вправо, тогда не будет командного. Тогда получается, ну нет смысла. У вас есть смысла. Дети? Конечно. Сколько раз они отжимаются за провинности? Ну, по-разному. Бывает до 50 раз. До 50 раз? Да. Какой поступок? Что должен сделать ребенок, чтобы отжаться 10 раз, 20, 30, 50? Если он одно и то же повторяет несколько раз, он их повторяет 10, 20, 30. Одно и то же? За какое, ну, какое наказание? Разные наказания, разные. Пролил сок. Не-не, какой сок? Ради бога. Перевернул телевизор, это мы на эти вещи даже и не смотрим. А за что вы наказываете? Мы наказываем за них. Нагрубил вам. Ну, такого вообще не бывает, чтобы дети грубят. А вы не боитесь, что впоследствии он просто выместит всю злость на вас? Кто? Ваш ребенок. Нет, чего Когда вырастет, станет сильнее. Дети уже взрослые, поверьте, и все нормально. И до сих пор отжимаются? Конечно. Вот в случае чего вы скажете там 30-летнему вашему сыну или 25-летнему на пол? Конечно. Могу и шлепнуть своего собственного ребенка. По заднице. Вас били в детстве? В детстве? Ну, что значит били? Шлепали? Конечно, шлепали. Родители обязательно шлепали. А зачем За то, подавлять того, кто и так слабее вас? Вот вы какой знаете, пример вы подаете своим воспитанникам? Вы неправильно подходите к вопросу. Ну, ребенок же слабее. Говорю. Ну, это вы знаете, что каждый ребенок, пришедший, вот, допустим, в нашу организацию, мы его любим как своего. И Семья. И они общаются с нами. По причине того, что вот мы не начинаем их там давить, там как-то там или запугать, или что. Наоборот, очень многие родители приводят детей, потому что... Ну, просто 50 раз отжался, и нормально. Они приводят детей и говорят, вот его в школе обижают, вот он слабенький, вот он то. Мы тут говорим, подождите, вы пришли правильно, что вы пришли он в спорт. Он сильнее потом в школе становится вот, после отжимания? Он, причем, чего вы зацепили за поджимание? Там есть удары головой, ногой в голову, тоже разные вещи. Это тхэквондо, это спорт. Там бьют ногами, бьют конкретно в голову. Чтоб вы понимали, в чем заключается сама весь стиль тренировки. Понимаете? И Спасибо. Родители, когда приводят... Спасибо. Валерий, в 52 странах мира детей даже пальцем тронуть нельзя. Иначе на пороге быстро появятся надзорные органы. Вот ваши ребята еще вас не шантажировали, что пожалуйста в службу опеки, если вы не выполните их капризы? Вы понимаете, я уже говорил, что в нашей семье мы живем по законам природы. И поэтому, по законам доброты. Да, по законам природы они и есть. Вот я в синтезе их сложил. Это система доброты получилась. Потому что все законы природы – это доброта. И как они работают, это не нам, людям, обсуждать, потому что это сама природа так устроена. Если люди считаются с этим, они становятся воспитанными. Так вот, все вот эти несчастья людей, и что вы говорите, бьют стекла, это показатель невоспитанности. А закон природы выживает сильнейший. Он не работает в вашей системе?
Закон природы выживает сильнейший, не работает в вашей системе? Это для животных, а для людей умнейший вообще выживает, понимаете? Поэтому мы воспитываем так детей, чтобы они были и сильнейшими, и умнейшими, все-таки и добрейшими, при этом, да. Понимаете? И поэтому вот я хочу на своем опыте сказать, что у меня 15 детей. 12? 15. 15 все-таки. У меня лично. Вот у нас с Дианой 12, да? А у меня 15. Вы отец 15 так вот детей, я понимаю. Да, делю своих детей как бы на три пятерки, понимаете? И вот делите, как на счетах? Три пятерки, я говорю, понимаете? Вот я с одной пятеркой, как в хоккее? С первой пятеркой вот так-то работал, понимаете? Ну, как в хоккее, со второй по-другому. А с третьей сейчас уже вы по третьему работаю. На собственных То есть у детях. Меня опыт намного больше, чем у вас, которые провоцируют сейчас меня, чем у спортсменов, у казаков, у всех вместе взятых, потому что я набрался столько опыта. Я сегодня, понимаете, могу... Ну, я, собственно, вот выпустил последний фильм «Школа жизни». У вас опыт в провокациях? Я имею свою школу жизни. Я показываю всем, что нельзя зомбировать детей, что нельзя вот так вот, понимаете, грубо или очень вот баловать их. Понимаете, у нас четко каждый ребенок знает свою ответственность в семье, свой возраст. У нас нету... Вот чем мы отличаемся от школы, которая в школе? Валерий, вот в обычной, в государственной. Ситуация. На улице да. Вы идете с одним из ваших детей. Вам навстречу идет пьяный. Он начинает бить вашего ребенка. Вы как будете ему объяснять? Доброта? Той, да он вызывать... не успеет даже ногу или руку поднять на моего ребенка, потому что у меня стопроцентная реакция, понимаете? Он улетит так далеко, что его никто уже не найдет вообще, если он поднимет на моего ребенка руку или ногу. Поэтому вот этот ваш вопрос, он так не проходит. Не за любовь, я смотреть не буду. У меня реакция мгновенная. Вы будете защищаться? Конечно, защищать я буду защищать ребенка. Своего ребенка. Но мои дети... А как же доброта? Мои дети... А это и есть доброта, уметь за себя постоять. Уметь постоять мужчине за своего ребенка. То есть все-таки вы объясняетесь вашим детям? Я вообще вам хочу сказать, вот, Леночка, что я попал вот в эту тройку, да? Вы хотите перейти на ту сторону? Нет, что вы, я вот здесь могу встать. Дело в том, что нету третьей тройки, которая учитывает и вот все то, что эти люди говорят, и все, что эти. Понимаете, я уже дифференцированно подхожу, я все могу задействовать. Поэтому я сегодня не стою на том, чтобы сюсюкать, там, лякать или там падать вместе с ними. Понимаете, у меня есть уровень свой, и они видят взрослого человека. Я вам, кстати, секрет открою. Почему дети капризничают, почему вредничают? Потому что педагог не находится на уровне взрослого человека. Понимаете? И ребенок видит ребенка, и он с ним ведет себя вот так. Запоминайте. Я когда общаюсь с ребенком, с любым, с чужим, с каким угодно, он меня сразу воспринимает как взрослый. Когда ваши дети дерутся, как вы им помогаете? Какие дети? Ваши дети дерутся. Такого не бывает вообще? Да. Что я их останавливаю и объясняю, что да, кто из них прав, кто не прав. Мы выясняем. И в конечном счете я их заставляю помириться, подружиться и больше так не делать. Но, понимаете, это дети. Они могут себе позволить. Вот я вообще хочу вам сказать, что детям нужно считать, и в нашей семье это обязательно, до 12 лет. Поэтому то, что вы относитесь к детям, там, 16 лет, это дети, это уже взрослые или девушки, или парни. А после 12 что, бить можно? А? После 12 можно бить? Вы говорите, нет, ребенок вы до... не поняли. Я до 12 лет их так воспитываю, что потом уже не стоит что таких потом они вопросов. Сразу взрослые. Они уже воспитаны до 12 лет. Поэтому, когда я вхожу в школу, и меня сбивают вот такие дядьки, понимаете, или тетки какие-то, которые бегают, как дети, они не воспитаны просто. И поэтому я хочу вам сказать, что у нас, ну, другой совершенно подход. И, а и ваши я... ходят руки за мои спину, дети по не ходят в школу, вы же как знаете. Воспитанные. Как ходят воспитанные дети? Воспитанные дети нормально ходят. Они не выделываются, не выпендриваются и не дрожат. Они нормальные. Они полноценно руки за спину мыслят. Воспитанных детей. Они, понимаете, дружат с конами природы, и они знают, перед ним человек или не человек. Я поняла, во всем коны есть природы. Есть нелюди вообще, которые могут насиловать детей, которые могут применять какие-то, понимаете, неправильные вещи к детям. А вот Василий, казаки, не дружат с конами природы? Ну, посмотри, я думаю, что больше Василия. Они дружат с конами природы, конечно. Все-таки. Они многое знают. То, что знает Василий, не каждый педагог в школе знает. Понимаете? И поэтому, если бы были бы такие педагоги, дети бы их уважали больше. Дети бы к ним относились по-человечески. Как Горбачев между катриками совсем готов соглашаться. Я говорю, как Горбачев совсем готов соглашаться между двух огней. А при чем здесь Горбачев и при чем здесь со всеми? Я говорю, что каждый ребенок индивидуальность. И нужно педагогу иметь уровень взрослого наказывать человека нужно. И подходить дифференцированно. Если ребенок никак не понимает, то к нему можно применить, как говорят, ну, это не насилие, это воспитательный процесс. Физическими понимаете? Методами. Воздействие, да, шлепки. Физической культуры, моральных каких-то так давлений. Так все-таки можно. Все можно, друзья мои. Мы так... просто сегодня, вы не правы. Нельзя все время ездить на первой скорости. Нельзя все время на второй скорости. Если вы водителя вот так поделите, и потом скажете, вот за то, что ты на третьей скорости ездишь, есть у нас закон, нарушает. Валерий, переходите на эту сторону. Нет, я вот здесь могу встать, понимаете. Вот. Я вообще за то, чтобы к детям относились...
дифференцированно, и каждый ребенок индивидуальность. И если сегодня вы его индивидуальность не видите, то вы не правы в любом случае, понимаете? К нему сегодня нужно именно такой метод применить, который он хочет, чтобы к нему применили, да. Понимаете? Надо видеть его индивидуальность и синтез души и тела. Если этого нету, если вы, понимаете, только о теле заботитесь, или там вы душевно больше работаете, да, хорошо это и другое, но если вы не в синтезе не умеете работать, вы еще не доросли до уровня педагога. И у нас сегодня в школах масса детей преподают детям что-то, понимаете? Отсчитывают формально часы. А синтез тела в вашем понимании, это сколько отжиманий? А сколько сможет? Отжимайся. Вот смог 10, молодец, смог 20, молодец. Но дело в том, что я же говорю, что у меня дети тоже и подтягиваются. Вы хоть раз в жизни били своих детей, одного из 15? Вы посмотрите мой фильм «Школа жизни». Ответьте на мой вопрос. Вы били хоть раз в жизни одного из своих 15 детей? Вот вы слово «бить» применяете настолько провокационно. Били или нет? Я воспитывал. Ладонью. Я их воспитывал. И руками, и словами, и глазами, и энергией. Я их воспитывал. Ногами. Понимаете? Отец по природе, по кону природы, имеет право воспитывать ребенка. Как и если кто-то нужным? Запрещает нам воспитывать ребенка так, как... Ну, перейдите на другую сторону. Нет. Я не только за это, или только за это, понимаете? Я за то, чтобы каждый педагог или родитель умел видеть своего ребенка и умел видеть его душу. Спасибо. Время второго раунда истекло. Теперь слово судьям. Итак, скажите, кто все-таки выглядел сильнее в этом раунде? Можно ли уже принять решение окончательное? Прежде всего, хочу отметить, что второй раунд действительно был жесткий. Безусловно, команда красной в красном углу достаточно сильные аргументы приводила. У Валерии занимает интересную позицию в плане середины. Я уверен, что к концу третьего раунда, возможно, наши команды объединятся. Но меня что настораживает? Идея либерализма, она немножко опасна, потому что там, где стирается нравственная граница, там человек превращается в животное. Где стирается добро и зло, общество превращается в банку с скорпионами. Спасибо. Как вы считаете, может быть, кто-то из наших команд лукавил, отвечая на наши вопросы? Наверное, отчасти это все-таки есть, но действительно, соглашусь с коллегой, второй раунд был максимально жесткий. Мне показалось, что более эмоциональной, более интересной стала команда синих. Я дам свое предпочтение им. Спасибо. Людмила, скажите, когда у вашей внучки начнется юношеский максимализм, вы отправите ее в лагерь для трудотерапии? Но я думаю, до этого не дойдет, потому что у меня с внучкой очень хорошая... Это пока она еще маленькая, когда начнет расти, будет меняться характер. Ну, у нее будет меняться характер, но я же тоже буду менять свое отношение к ней. Я же вот... каждому ребенку индивидуальный подход. Но если будет максимализм юношеский, отправите или нет? Не отправлю. Я буду добиваться того, чтобы у нас были хорошие отношения. Вера, скажите, вот жюри отдало в первом раунде предпочтение вашим оппонентам. То есть слова любви на них не действуют. Почему они должны подействовать на детей, если на взрослых не действуют, на умных людей? Не думаю, что должно подействовать. Наверное, все-таки добро, оно должно пробиваться сквозь асфальт, сквозь горы. Знаете, как гора такая, скала огромная, через нее маленький росточек. И я уверена, что сегодняшнее наше выступление, моей команды, все-таки достучится до сердец людей, которые нас смотрят, и родители станут меньше наказывать своих детей физически. И в первую очередь, прежде чем они захотят поднять на ребенка руку, они подумают, это их агрессивное желание наказать ребенка за свою внутреннюю агрессию, или все-таки действительно это какая-то вот необходимость. Я думаю, что родители остановятся, прежде чем наказывать ребенка физически. Любовь прежде всего. И она пробьется. Спасибо. Валерий, у вас нету сегодня какой-то четкой позиции? Вы не за белых, не за черных. Почему? У меня четкая позиция, дифференцированный подход к ребенку. И я, живя по конам природы, уже к году жизни ребенка, с первого дня, ну, у нас рождаются по истинным родам, я его так воспитываю. Но мы это слышали. Так все-таки бить или не бить? Слушайте, что он уже в год у меня никогда капризничать не будет. Он нас нигде не опозорит. Потому что мы с ним работаем жестко, понимаете? И... Жестко. Вы сказали, что работаете жестко. Потом, значит, нужно бить до года. Мы работаем с психологией, с психикой ребенка. Мы укрепляем психику. И в 3 года ребенок, когда мы уже на интеллект уже начинаем акцент давать, он становится и сильным, и воспитанным, и умным. У нас полное взаимопонимание. Причем бить или не бить? Вот в чем вопрос. Спасибо. Судьи считают, что какая-то из команд лукавит. Мне кажется, они думают на вас. Вы были правдивы с нами? Ну, мы всегда стараемся быть правдивыми, но что вы имеете по словам правдивость? Бьете или не бьете? Мы и те, за что?
чтобы воспитать характер. Чтобы воспитать, я повторяюсь, зло, бить — это зло, оно породит только зло. Показать прием, удар в голову с ноги. Ну, это спорт. Это спорт. Спасибо. Как считаете, вот ваши оппоненты говорят, что именно хулиганов воспитывают такими методами, как у вас. Почему? Нет, ну у нас вот как раз мы воспитываем потом хулиганов, чтобы их не было. Вот в чем это все главное. У нас же, смотрите, какие не один составляющая, церковь, важнейший элемент. Духовность, да, нравственность, которая там уже заложена. В церкви нет ничего вот такого вольготного и вот полностью вседозволенности. Там уже рамки поставлены. Плюс к этому совет стариков, круг, женский совет. Примерами, показательными примерами. Плюс вот дифференцированный подход. Маленький ребенок. Нужно... Традиционно у нас есть методы, как определить, к чему у него склонность. Мы не будем воспитывать воина, из которого нету этих зачатков. Спасибо. Сегодня психологи разделились в два лагеря. Как думаете, дальше вы будете общаться с такими коллегами? Ну, во-первых, сразу хочу поправить. Здесь действует принцип «разделяй властвуй», да, потому что вот, например, сейчас, когда мы не были в эфире, я у Лены спросила, я поддерживаю, например, что говорит Валерий, да, золотую середину, можно ли перейти в третий лагерь? И Елена чутко сказала, нет, у нас такие правила. Получается некоторое несоответствие лукавства. То есть, когда мы говорим о том, что мы говорим о правилах, и правила не нужно нарушать, нас сразу определяют в агрессоры. А но есть либо можно ударить и наказать, либо нельзя. Если вы одного да, другого нет, значит да. Нет, это в вашей картине мира так. На самом деле, как говорил Валерий, все дифференцировано. То, что хорошо одному ребенку, совершенно не работает с другим. И то, что хорошо русскому, немцу смерть. И наоборот. Дифференцированный индивидуальный подход с учетом психологии вообще ребенка, вот это та золотая середина и рассудительность родителей, которые помогают воспитывать, то есть питать ребенка. А не спасибо. Итак, по итогам второго раунда раздельным решением судей объявляется ничья 1-1. Таким образом, по итогам двух раундов счет становится 2-1 в пользу команды в красном углу, команды сторонников жесткой дисциплины для детей. Третий раунд. Полный контакт. Правила третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперника в целом. Ограничений по времени ответа нет. Остановить схватку могу только я и судьи. Итак, начинайте вы. Поехали. Ваша команда. Задавайте вопрос. Ну, я вот вам хотела бы задать вопрос. Искандер, да. Вот вы, Искандер, такие наказания делаете, отжиматься, допустим, там, или какие-то другие физические упражнения. А что, как вы будете смотреть на то, что если ребенок не в силах уже сделать те упражнения, которые вы ему говорите? На последнем дыхании? Да, на последнем вот дыхании. Я буду делать рядом с ним, поверьте, я ему дам силу. Дадите, он поверит в себя. Конечно. А если этот ребенок будет уже падать в обморок, плакать? Ну, я не думаю, что мы какие-то звери и сейчас там издеваемся над детьми. Нет. Мы стараемся все-таки дать им понять на самом деле, что жить в команде, это значит жить в команде, это быть одним единым кулаком. Вот возьмите ладонь, вот пять разных пальцев, сложите в одно, это кулак. И я думаю, что если привить это к команде, которая живет все вместе. Я думаю, друг другу помогая в дальнейшем. Наша организация существует с 98 года, 20 лет. Поверьте, наши воспитанники сегодня и в эшелонах власти, и во многих после местах. Отжимания. И мы видим, насколько они командно идут, насколько они друг другу помогают, и насколько они друг друга поддерживают. И очень многими результатами мы довольны. Я вот смотрите, почему задала вам этот вопрос. Не видите ли вы, что эти дети становятся, кто-то из них становится жертвой? И у них вот этот комплекс жертвы зарабатывает. С чего? Вы что? О чем? Ну вот если это наказание, нет, ребенок не в силах его выполнить. Вы поймите, мы воспитываем дух бойца.
а не потерпевшего какого-то, вы поймите. Я знаете, почему вам задала этот вопрос? Потому что тот ребенок, который был у меня под опекой, он был в подобном вот лагере, о котором я говорила. И вот у них были что такие... Что за лагерь? Да вот я не буду сейчас называть, это не надо. Это было при я Украине. Я добавлю к вам, мы ежегодно мы выводим спортсменов своих на летние отдыхи. Просто и мы именно очень наказание. Часто берем с интерната именно детей, именно вот это наказание, да? Вот. И вот он мне рассказывал, об этом никому не разрешалось говорить, но он говорил, там дети плакали, там дети падали, что их заставляли надо? Там на пятках стоять и на локтях стоять. Ну, вы поймите, мы же говорим о разных вещах. Но я имею в виду, что вот это... о спортивных секциях. Вот и в Дом пионера есть спортивные секции, вот мы ходим, есть. Мы их посещаем, мы видим. Там тоже, кстати, боевые искусства. Но у вас и вот этого которые... нет, да? Нет, что, ну, чтобы вот дети там страдают, и вы это... Розги до слез нет. Я скажу вам, что мы каждого ребенка любим как своего. И он относится за это. Есть 50 отжиманий по 20 подходов, а так ничего. Да. Даже в этой студии есть люди, у которых их дети тренируются у нас. Тем ребенком, который даже этот ребенок здесь есть. Спросите у детей. Я знаю, что дети страдают от этого тоже. Вы бы не отдали своих детей, внуков на секцию? Своего ребенка я бы не отдала. Не доверяете таким методам? Нет. Потому что я столкнулась с таким. Не знаю, так ли это, да, но похоже. Вам нужно его... Вы боитесь? Ну, похоже, да. Танцы похоже. Можно отдать. Много разного. Да, я считаю, чем-то отвлечь, занять чем-то. Но шахматами можно. Вот столкнулась занять. Я именно с этим физическим, а силовым методом. В бойцовский спорт. Они идут в бойцовский спорт. Они чувствую... точно знают, куда они идут. Я просто... Ну, значит, это индивидуальный подход к каждому ребенку. Потому что здесь вот я чувствую... Спасибо, вы получили ответ на свой вопрос? Да, получила. Теперь вопрос от вашей команды, пожалуйста. Ну, какие вопросы? Вы просто как-то так вот стали, что миротворцы, а мы тут какие-то злые. Да я не думаю, что мы меньше любим детей, чем вы. И я не думаю, что мы меньше относимся к ним с пониманием, чем вот, как говорится, наши оппоненты, которые... Но с ребенком... В чем вопрос? Я согласен вот с человеком, многодетной семьи, я бы хотел вот добавить именно к нему. Вы можете перейти на ту сторону. Ваш вопрос. Как дети? Как воспитываются? Ну, что тут еще можно спросить? Как воспитываете детей? Вопрос? Каждый из вас отвечает, пожалуйста. Да. Валерий, про коны природы мы помним. Да, ну, вот я хочу добавить к тому, что наши дети не ходят в школу, в обычную. Ваши дети не ходят в школу? Нет, у них надомное ни обучение? Ни одного дня не сидели в школе. Мои дети проходят школу жизни. То есть я в министерстве выбил такое понимание, что у меня неофициально своя частная школа жизни. И у нас дети, рождаясь правильно, включая иммунитет на 100%, не делают никаких прививок. У нас нет медицинских карточек. Поэтому у нас, конечно, знаете, семья как бы очень исключительная. Вы не ходите и не лечите детей в обычных больницах? Они не болеют? Нет, ваши не болеют. Дети не болеют? Нет. У нас есть книга вышла «Дивная семья. Путь к счастью». То есть мы там описываем и нашу практику, и нашу теорию. А ЕГЭ у вас тоже свой? Единый государственный экзамен по школе жизни? Как они? Знамя? ЕГЭ, единый государственный экзамен, который сдают все. Как ваши дети сдают? А зачем образование? Он нам нужен? Вы что? Вашим детям не нужно образование, вы их лишаете образование возможности чего? Учиться. Образование выше чего? Вы образование. Говорите, не нужно образование. Образование вы чего? Вы сказали, что вашим детям вот не нужен ЕГЭ. Вот я вам вопрос ЕГЭ. Задаю. Образование вопрос чего? Я. Ваши дети получают вот в школах, образование? Вы говорите, образование. Чего образование? Что образовывается, проучившись столько-то лет, 10-12 лет? Что образовывают там? Идиотизм. Что там образовывают? Их зомбируют на то, чтобы они были послушными в этой системе рабской. Чему, что там образовывают? Я этот вопрос министру образования задаю. А вы министр образования чего? И она не знает ответа. А я считаю, что образовывать знания нужно. Понимаете? Образовывать любовь нужно. Образовывать дружбу. Образовывать доброту нужно среди детей. То есть вы министр тогда... образования среди своих 15 вот, детей, я правильно? Детям... Вы решаете их выбора. Нет, я как раз им как выбор даю, потому что я маленькими детей их вожу на свои концерты в детсадик и в школу. У меня свой театр чудес, и у меня дети участвуют с детства там. Валерий, ну как концерт может заменить университет? Ну вы не слышите меня. Они приходят в школу вместе со мной, и выступая они видят и зрителей, и потом их видят на переменке, и они удивляются. Они отходят три дня после дня нескольких часов в школе. То, что происходит в школе? Конечно, они в шоке, потому что у нас спокойствие, а там галдеж, там базар, там на переменках сбивают взрослого. Я иду по школе, меня сбивают с ног. Понимаете, нету воспитания. И учителям начхать на то, что кого-то из гостей собьют в коридоре, потому что они пришли формально отчитать.
посчитали свои часы? 40 человек или 35? Минуту уделите каждому? Нет. А ваши дети знают об этом? А я часы уделяю каждому ребенку, понимаете? Я всю жизнь положил на своих детей. И поэтому ваши дети знают таблицу умножения? Конечно. Они у меня... А зачем она им? Смотрите, там 10 лет учат читать, писать, считать. Все остальное там никто ничего не знает. И ничего не помнит. Специалисты не выходят, если институт не закончил. А у меня уже, понимаете, за год это все дается. И потом мы уже интегралом изучаем. Детей своих учите? Нужны вашим детям такие знания? Интегралы? Еще скажите синусы и косинусы. Не да? нужны. Да зачем они нужны? У меня дети знают, как работать над собой, чтобы не болеть, не стареть. Со скольки лет ваши дети начинают работать? А? Со скольки лет ваши дети начинают работать? Ну вот я сказал, что с первого дня рождения они берут с плаценты все, что нужно. Поэтому у них включается иммунитет на 100%. Они потом у меня в месяц уже стоят на ладошке. Я их пронырю, у них легкие развиваются очень сильно. Они у меня под водой, как рыбы, плавают. Понимаете? Вот мои дети уже к... 12 годам. Это мужчины, это девушки мощные, понимаете? Я не скажу, что женщины, девушки, которые могут готовить, печь, могут убирать по дому, стирать. Они могут за маленькими ухаживать, понимаете? Возьмите сейчас выпускниц школ. Они ничего не умеют. Они знают, как памперс одеть ребенка. И вот эти девушки потом становятся женами, никчемными. Вот эти мальчики становятся мужьями, никчемными. В любой стране Европы у вас бы уже давно отобрали детей за такие методы воспитания. В любой стране Европы, вы плохо слышите, у вас бы уже давно отобрали детей за такие. Я поэтому живу в России, пока этого идет. А если в России такое введут? Да я восстание подниму против этого закона. Понимаете? Закон – это закон. Митинг. Вы тоже пойдете, я да? Я закон подниму. Ювенальная технология – это мрак. Этого не это должно безбожно. Быть. Это сатанизм. Это идиотизм. Понимаете? Вот сегодня меня по компьютеру, ну, в одном чате, один напугал. У вас уже есть единомышленник по митингу. Да. Что вот мы сейчас Советский Союз вернем, и там вот к вам придут вот эта ювенальная комиссия. Я говорю, ты хочешь восстановить Советский Союз? Там такого не было. Понимаете, и вот это вот получается, что они куплены уже Америкой, и вот эту программу американскую в школы запустили, и сейчас хотят вот это... А я не понимаю, зачем вы пользуетесь компьютером? Вы же можете общаться с духами природы, коны природы, синусы, косинусы вам не нужны. Зачем вам техника? Я держу связь со всей планетой. Со понимаете? Всем миром нужна связь. Да, благодаря вот этому научному открытию. Но дело в том, что, понимаете... Вы сами себе противоречите. Я с детьми, я ничего не противоречу. Это вы говорите, что научные я противоречу, потому нужны? Что вы невоспитанный не человек. Надо. Вы не меня обвиняете дать. В том, чего нет. Я понимаете? Вас не обвиняю. Вы, потому что вам платят ставку за то, чтобы вы провоцировали нас здесь. И вы нас в рамки поставили. Вот вы такие, а вы всякие. У вас есть право а ну-ка уйти давайте. Из этой студии. Вы не правы, Леночка. Так нельзя в жизни себя вообще вести. Но вы ведете, у потому что вы выбор, ведущая. У вас есть выбор, вы пришли на эту программу. А? У вас есть выбор, вы пришли на эту программу. Я да, пришел, чтобы с вами поругаться. Вы можете выйти, вас никто чтобы вас поставить на место вот здесь в ринге. Потому что вы себя везде нагло ведете. И я не знаю, как вы в жизни, но вот здесь, сколько я бываю на передачах, вы все время себя нагло ведете. Вы провоцируете людей. А это жестко. Да, я понимаю. Мы рады, что вы смотрите нашу программу. Но вы молодец. Вы отвечаете названию программы. Но я сегодня, понимаете, не просто пришел поругаться. Спасибо, ваша точка зрения ясна. Ответ на вопрос, как воспитываете детей вы. Наверное, мы немножко запутались в каком плане. Конах природы? Можно перекрутить, знаете, оценка двойка, когда ставится ребенку, это можно посчитать наказанием. Наверное, мы не об этом говорим. Мы все-таки говорим о физическом наказании и о том, чтобы исключить физическое наказание в семье каждого ребенка. И, конечно, что говорится о спорте, и у нас занимаются во дворце дети, которые занимаются спортом и достигают высоких результатов, и это все благодаря какой-то определенной дисциплине. Ваши тренеры заставляют детей отжиматься? У нас нет момента того, что... Нет. А Искандер говорит, что да. По-другому сказано. Вы понимаете, ребенок, мы не заставляем детей. Ребенок, приходя на определенную тренировку, он идет туда с рвением. Я думаю, что к Искандеру приходят дети с горящими глазами, они хотят этим заниматься. Они хотят это получать. Они понимают, что 50 отжиманий – это физическая сила для их мышц. Понимаете? Здесь немножко другая сторона. Мы все-таки уходим от моментов... Вот я услышала у наших оппонентов такую очень замечательную фразу о том, что ребенок себя плохо повел в кабинете, я вывела его из кабинета и сказала, либо ты занимаешься, либо ты уходишь. Знаете, что у нас делают наши психологи? Они говорят, тебе некомфортно в кабинете? Давай мы пойдем вот туда в парк прогуляемся. Там листва, там вот. Вот немножко эти моменты. Мне кажется, все-таки рамки, которые они есть у оппонентов. Таисия, так может быть, надо было все-таки, как подсказывает Вера, вывести в парк? Вы так не думаете? Я так не считаю, потому что это гуманистическая психология, которая на самом деле псевдогуманистическая. Она приводит к тому, о чем говорит Валерий. Взрослый перестает быть взрослым, он занимает роль ребенка. И если этот метод может работать с маленькими детьми, которых действительно нужно переключать и глупо им что-то объяснять, потому что у них еще орган, который отвечает
за понимание не сформирован. То если это дело с детьми взрослеющими, взрослый превращается в аниматора, в человека, который вечно... Но мы говорим сейчас не о взрослеющих детях, мы говорим о детях, о маленьких детях. Мы говорим о начальной, о истоках, когда мы поднимаем ребенка и учим его чего-то. Но семиклассник тоже может упасть и биться в истерике. Приходит к вам, он не оформленный, он какой-то немножко слабенький. И вы вместо того, чтобы его окунуть в какую-то свою атмосферу, расположить к себе, вы его выводите из кабинета и говорите, ты вот неправильно себя ведешь, ну-ка давай-ка срочно соберись или уходи отсюда. Но это есть правильно? Это не есть ли вот те рамки, о которых, возможно, где-то пугают их в школе, хотя я считаю, что наше образование на сегодняшний день, оно замечательное, оно правильное. И дети, которые у нас занимаются в школе, я не соглашусь, что это дети, которые сбивают всех с ног. И я никогда не соглашусь, что то подрастающее поколение, которое есть на сегодня, оно у нас какое-то неправильное или хуже, чем мы были. Я работаю с детьми, у нас в учреждении занимается на сегодняшний день 7 тысяч детей. И я хочу вам сказать с большой уверенностью, дети сейчас отзывчивые, они сейчас миролюбивые. Нет сейчас такого понимания, что может сказать психолог, какие сегодня дети, отзывчивые или нет? Я бы хотела сказать, почему вы все время говорите о любви и о том, что вы любите всех. Вы меня перебили, вы даже с любовью не можете меня выслушать. Ну, простите, да? Мы с вами на ринге, наверное, а не за столом обсуждаем какие-то наши... Ну, если человек позиционирует себя как педагога, который любит, он должен, в общем-то, любить и взрослых людей тоже. Поэтому я бы попросила, если вы можете, меня выслушать до конца, потому что вы не дали мне даже возможность высказаться. Благодарю. Конечно. Значит, когда я говорю о том, что... Я вывела ребенка, это ребенок 5-летний, который все прекрасно понимает и который настолько замучил уже своих родителей, да, что родители уже не знают, что с ним делать. То есть ребенок с кулаками кидается на маму, ребенок плюет в лицо вообще бабушки. Воспитанный. И невоспитанный ребенок, и никто не может с ним справиться. И измученные родители приводят его на консультацию к психологу и говорят, помогите нам. И дальше я начинаю родителям просто показывать, как нужно было вовремя воспитывать ребенка. То есть ввести его в некоторую систему правил, это нравственные законы. Вы почему-то сегодня их называете рамками. Но на самом деле это нравственные законы, которые четко человеку говорят, это не нужно делать, а это ты можешь делать. И нравственные законы это не какие-то ограничения, это предупреждение. Это как, вот знаете, ток в розетку. Не засовывай туда руки, тебя убьет. Конечно, ты свободен в своем выборе. Ты можешь засунуть туда руку, и тебя действительно так убьет. Но любящий родитель, когда ребенок засовывает пальцы в розетку, ударит его по руке. И в этот момент он не будет задумываться, нарушает ли он закон. Законы паритета какого-то, нарушает ли он свободные границы. Был такой опыт, да? Он будет бить его за то, чтобы он не умер, понимаете? Точно такие же есть нравственные законы. То есть есть какие-то вещи, которые нельзя вообще приступать, нельзя хамить старшим, нельзя воровать, не нужно делать какие-то вещи, за которые потом будут родители отвечать. Более того, мне кажется, что вот такая попустительская позиция – это безответственность. Это вот желание быть хорошим, добрым следователем. А любовь... То есть, вот вы считаете, Валерий, который сейчас тянет руку и хочет включиться в нашу дискуссию, взрослым ребенком, что вы можете сказать, как психолог со стороны? Ну, то, что говорит Валерий, я не знаю, как живет он в своей семье, но то, что он говорит, мне импонирует. Я не согласна с какими-то вещами, которые он говорит о том, что дети у него там занимаются дома, он не дает возможности социализировать. В школу не надо ходить. Но у меня дети ходят в школу. Но я... Валерий предлагает не ходить вообще. Ну, это его система образования. Он имеет право, но я его понимаю, да, потому что действительно сейчас очень трудно. Программа. Да, сейчас действительно очень трудно. Да, ваши дети ходят зачем в школу? Курящие педагоги? Им трудно, но они ходят в школу. Да, им трудно. Но очень здесь важно, правильные вещи говорит Валерий, что школа, к сожалению, сейчас отвечает сделайте там все идеально, информационный компонент, да, а не отвечает за развитие нравственности, говорю, доброты, сотрудничества, да, то есть все те вещи, на которых вообще мир зиждется. И поэтому я понимаю, о чем он говорит, я по отношению к своим детям так не поступаю, потому что я все-таки даю им возможность. Вот в этом я с ним не согласна. Но во многих вещах, которые Валерий говорит, они действительно правильные, потому что он говорит о формировании нравственности. А мы все время говорим о так называемой любви, но это псевдолюбовь, это псевдожертвенность, это псевдосмирение, это не настоящая любовь. Потому что когда я наказываю своего ребенка, поверьте, он слезы вытер, а у меня сердце болит, понимаете? Потому что я вижу его слезы. Он через 3 минуты уже ничего не помнит. Валерий, а вот этот угол для тех, кто считает, что образование нашим детям не нужно. Вы можете, пойдемте со мной. Да, пойдемте, да. Спасибо. Не бойтесь меня. Садитесь сюда. Я так понимаю, что вы тоже можете занять это место. По поводу... Присоединиться к Валерию. Нет, образование считаю, не нужно. Не образование нет, не вы нужно. Неправильно поняли. А вот современное, вот я то, что говорю, внедряют. Образовывать ребенка – это формировать в нем образ Божий. Надо знать, то есть давать образ, образ, да, у ребенка. Да. Не просто напичкивать его знаниями, дрессировать и вкачивать в него совокупность каких-то даже там наук. Знания, там, а именно образовывать, давать возможность ему из двух зол выбирать меньше, из двух добрых дел выбирать больше. И быть человеком, который стремится всю жизнь стать человеком. Понимаете? А не просто обученной. Вот я вас сейчас поставила в угол, и вы согласились. У меня эврика. Почему постоянно с поднятой рукой? У меня эврика. Вы же не признаете школу. Я открытие сделал на этой передаче. Представляете, Леночка?
Я хочу высказать его, не только я представляю, чтобы нас все примирить. Участники. Вот нас примирить, вас с нами примирить. Я хочу сказать, друзья, это серьезное открытие как психолога для меня лично. Вот мы не тот термин используем «бить», «наказание». Мы помогаем ребенку. Правильно. Тем или иным Разумляю. Методом. Понимаете? Помощь. Вот заменить это словом «помощь». И тогда нет вот этого деления. Понимаете? Мы помогаем любовью. Помогаем вот, физической нагрузкой. Понимаете? Мы ему помогаем, отжимаясь, понять и стать сильнее. Понимаете? Мы розгами тоже помогаем? Понять Валерий, вот это смотрите на то. Меня. Розгами тоже помогаем? Раньше розги были, сегодня их нет. Да. Но если помогаем. Я, вот как она говорит, вот девушка, молодец, что если по руке стукнула в нужный момент, это помощь ребенку. А если в нужный момент ребенку рассказать о том, что такое розетка, он не полезет туда. Да, еще и туда что-то всунуть, чтобы руке, он не мог пальцы туда. Просто есть он все равно вытащит. Он не расскажет, потому что он не водит детей в школу, понимаете? Ну, есть специальные заглушки, чтобы не бить по руке. Есть куча методов, чтобы не бить по руке. Не а вы знаете, есть в жизни экстремальные ситуации, когда если вы вот не толкнете человека или ребенка, его задавит машина. То есть здесь от реакции от вашей зависит. Если вы будете в это время объяснять ему очень долго, как нельзя переходить. Валерий, спасибо, вы не ответили на вопрос, как вы воспитываете детей. Как я воспитываю? Я уже воспитала. У меня прекрасная дочь. В трудовых лагерях? А, нет, я не в трудовых лагерях. Это ребенка, которого я взяла. Он был в трудовом лагере. Вот. Своего ребенка я воспитывала вот чисто... Помощь ребенку. Ну, мягкий подход. Ну, не как Валерия, я так понимаю, что в школу нет, все-таки ваши дети ходили. Нет, у меня ребенок ходил в школу. Нормально. Я, так как я и сама, продукт советского образования. Но такая школа, как сегодня, вот, допустим, меня настораживает вот это когда ЕГЭ. Когда линейка по пальцам? Или ЕГЭ, что? Нет. ЕГЭ, допустим, это как бы что-то новое такое. И я смотрю просто, ребенка. Даже в новостях, так как наша организация занимается противодействием насилия вот этого, и я считаю, что это своего рода тоже для ЕГЭ детей. ЕГЭ – это насилие над ребенком. Я не говорю, что это насилие вот, над ребенком. Просто это для детей очень трудно, потому что здесь цель, чтобы ребенку дать какие-то знания и сдать это ЕГЭ. Ребенка в школе, получается, не воспитывают, как говорит Таисия Николаевна, что воспитания вот этого нет, а как бы воспитание сочувствия, сострадания, любви, потому что у детей вот то, что они думают о том, как же я сдам это ЕГЭ. И то, если у кого-то деньги спасибо, есть... я поняла вашу позицию. Вы кто услышать? Из вашей... Я хочу, почему чтобы кто-то из вас задал вопрос. Кто еще не задавал вопрос? Кто еще из вашей команды не задавал я свой вопрос? Я хочу вам задать. Вы хотите нет, услышать? Нет, здесь вопросы задаю я. Хорошо. Валерий. Нет, вы... Валерий. А я должен... Вы задавали уже вопрос? Вы нет, не помните? Нет, еще не задавал. Еще не задавали? Не задавал. Тогда у вас есть такая возможность задать вопрос то вашим психолог, оппонентам. Хотите узнать? Вот четко, конкретно, почему я своих детей не вожу в школу. Хочу, с удовольствием. Потому что, когда моим детям исполнялось первым 7 лет, я их повел в школу. Автоматически, вот стереотип такой, надо вести в школу. Но когда я увидел курящего директора школы, Валерий, я ушел. Мы раз. Уже все поняли про методы вашего нет, воспитания. Я сейчас задайте объясню. Свой вопрос оппонента. Я сейчас объясню. Она выслушает. Я задал вопрос, в чем? Хотите? Она сказала, хочу. Вы перебиваете, вы не даете мне ответить. Потому что она вы это хотите работе... узнать, как, Валерий? Вы не даете нам поговорить. Не надо подождите, отвечать, надо задавать подождите. Вопрос. Вот я попросил кого-нибудь, директора школы, министра, дать мне гарантию, что мой ребенок вернется со школы живым, здоровым и со знаниями. Никто не дал гарантии. А почему я должен доверять своего ребенка курящим педагогам? А если все-таки вернуться понимаете? К наказаниям что? Физическим? Да нету наказания, мы уже решили. Помощь ребенку, все. Что вы уцепились а за вы это? А вы готовы наказания? Нету доверить наказания. Ваших детей ну, не курящим педагогам, а Василию? С кинжалом? Запросто. И ему доверю своих детей. И Искандер тоже доверите. И доверю своих детей. Понимаете? Потому что это опытные человеки с столько знаниями лет своего дела. А там столько педагогов никаких. Вот вы мой последний фильм так для себя посмотрите «Школа жизни». Вот сейчас в Ютубе и в Одноклассниках. Прямо после программы включу. Да. И вот там я показываю учителей, я их заснял. Но я понимаю, что в Вере и Дому пионеров вы не доверите своих детей. Почему? И ей доверю. Потому что каждый педагог, вот здесь стоящие, опытный в чем-то, понимаете? И если я своего ребенка всем им доверю, он станет мощным, понимаете? Потому что она даст это, этот педагог даст это, тот. Вот что такое дифференцированный подход. А если вы сейчас делите нас и ставите в рамки, вы никакой не педагог, Лена, вы не педагог, вы не психолог. А людям, которых вы видите первый раз в жизни, вы готовы доверить детей? Что?
Я говорю, что людям, которых вы видите впервые в жизни, вы готовы доверить своих детей. А курящему директору нет. У меня очень мощная чуйка. Я чувствую, что это опытные люди. Понимаете? У них есть опыт. И вот педагоги в школе не вызывают у меня доверия. Вы будете задавать вопрос, или мы вас лишим этой возможности? М? Вопрос вы будете задавать или лишим вас этой возможности? Почему? Ну, вы потому что своих вы долго детей, собираетесь, Валерий. Вы своих детей или своих учеников доверите мне? Да. Смотря в каком направлении? Что Аскандр, делать отвечайте, для вас? Да. Чтобы я их научил конам природы. Конам природы? Да. Ну, вы знаете, я все-таки больше доверился бы ихним своим родителям. А если он никакой? Ну, такого не бывает, что он никакой. Такого миллионы, не может быть. Миллиарды. Нет, никакие. Поверьте, есть поэтому потерянные дети люди. Во всех лагерях. Есть потерянные люди. В лагерях это не всегда безродительные Василий, с что родителями. Скажете? И при родителях. Василий. И с родителями. Я полностью согласен, то, что система образования сейчас это мрак полнейший. Вы доверите своих детей Валерию? Да, вопрос был в этом. Да. Конечно, доверю. Я знаю этого человека, я знаю, что такое коны, прежде всего. Есть Бог. Вот вы о чем забываете здесь, учитывая. Да. То есть божественные коны, божественный закон. И тот, кто его нарушает, проще мне приходится объяснять практически каждый день детям о том, что за нарушение конов божественного закона не я его накажу. А коны для казака важнее школы? Конечно. 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 То есть я Богу присягу дал. Ни школе, ни министру образования. Он природы работает независимо от нашего понимания. Он просто работает. И незнание не освобождает от ответственности. Поэтому люди болеют, стареют, умирают. Спасибо, Таисия, доверить или нет? Мне для того, чтобы доверить, нужно сначала ознакомиться с концепцией. Вот я посмотрю фильм в Ютубе «Школа жизни», где, я думаю, Валерий будет презентовать свои основные принципы воспитания. Он сейчас этим занимается. И только после того, как я посмотрю, критически посмотрю, да, задам некоторые вопросы Валерию, да, я смогу только тогда принять решение. Я огульное решение не принимаю, особенно в таких важных вопросах. А почему никто из вас не попросил справку от психиатра, чтобы доверить своих детей кому? Валерию? Вам. От психиатра. Ну, вы знаете, здесь уже взрослые люди. Мы вам доверили. Раз вы его сюда пригласили, значит, у вас есть справка. Я лично на практике. Скажите, Леночка, у вас есть справка? А, вы знакомая. У вас есть справка, что вы здесь работаете на теле? То есть мы встречались за практическим применением, когда у меня дети быстрее, чем взрослые, ходят босиком по стеклу, по раскаленным углям. Это для них естественно, это дух. Сами бросаются на угли, на стекла. Сами идут быстрее, чем взрослые. А это есть, понимаете, это вот открытие того возможностей человека, возможности Богом заложенные. Сколько завтра будет работы для уполномоченного по правам ребенка? Вот после нашего эфира я просто понимаю. Да, почему? А кто они такие, уполномоченные? Дело в том, что есть. Кто они такие? Они что-то знают. Так в лесу надо жить тогда. Да их поставили, они зарплату получают за то, чтобы вот так-то говорить. Я вот недавно проводил тоже передачу о вреде. Василий, ваш вопрос команде оппонентов, пожалуйста. Ну, наверное, самый главный вопрос о том, что вот я, судя по тому, как уже вот, ну, я понимаю, да, что здесь происходит, здесь нет людей, которые били бы детей. Нет. То есть, вон, у нас просто их тут нету, да, и мы, нас как бы разделили, да, взяли, а делить-то мы бьем, вот казаки, мы бьем. Вы же приведите подзатыльники. Стоп. Вот вопрос, вот пример, да, вот тот же самый был, да, он тянется розетку, он схватил шашку и сейчас зарубит другого. Они еще маленькие, они еще не понимают, вот совсем маленькие, шашку, То есть, а у нас это доступ к оружию это, есть, кстати, полезно. То есть в этот случай. А вы замечательно сказали пример, когда на брата поднял руку и наказание за это. А если брат, если на брата поднял руку за дело, как в этой ситуации быть? Вот за дело не имеет права казак поднимать руку. Есть божественный закон, да, то есть есть законы, значит, которые... психологически, как я смотрю, здесь у нас есть психологическая аудитория, психологически, если он его ударил за дело, вы его наказываете за это, нет, с ним что произойдет? Он больше права. Не будет, если его в следующий раз обидят, но старше по возрасту... Если будет человек, в следующий раз. Значит, дело он не тогда ни в так, коем не, случае так, не... У нас так не работает. У нас так не работает. Для того, чтобы принять решение о том, что он виноват, собирается круг, только кругом решается. Василий, вы не можете сформулировать вопрос. А детям вы рассказываете о наказаниях про взрослых? То есть, ну, они это видят, то есть с детства. Значит, они по традиции... Василий, давайте зададим вопрос. Ну, я же вот про это и говорю, что здесь вопрос к тому, что... Вы отвечаете, вы должны задать вопрос команде оппонентов. Пожалуйста, ваш вопрос. Вот коны мироздания, пусть человек объяснит, да, то есть то, что мы у казаков... Да, оно, да, то есть хотя бы сама суть, как это вы работает. Вы задаете вопрос единомышленнику? Да.
Какой? А если к теме вернуться нашей, ради чего мы здесь собрались? Ведь нас смотрят Задайте зрители. Задайте Вере вопрос. Ведь смотрят зрители сейчас, и они сейчас смотрят на красный угол, который говорит и сейчас убеждает о том, что ребенка надо наказывать. И есть угол наш синий, который говорит, нет, не наказывайте ребенка физически. Мы же об этом сейчас говорим. Да в школу, это самое главное наказание. Вы ушли в такую сейчас болтологию. Вот смотрите, школа, это давайте главное мы, давайте наказание. Мы всем зрителям сейчас все-таки определимся. Вот с вашей стороны вопрос и с нашей стороны вопрос. Мы все-таки приходим к физическому наказанию? Или все-таки мы физически не позволяем себе их наказывать? Что так завелась, а? Ну так, простите, у нас ринг, у нас такая программа, завелась? Вы понимаете, наверное... Я же уже наверное... помирил нас. Уже давайте а уже мир, как ты продолжаешь, ты же не тормозишь, понимаешь? Физически... Ты вот летишь на красный У нас физическое труд, тоже так наверное, труд да. это облагораживает человека, то да? То есть физическое развивает мы его. Помогаем. Мы не будем детям. Будущего музыканта Понять заставлять отжиматься. Методом. То есть он вот будет музыкой заниматься. Друзья, воин, это Стоп, вопрос, будем наказывать детей или нет? Помогать детям будем. Будем наказывать. Будем их любить. Помогать любовью. Не кричать, не бить. Любить. Бить не надо, друзья мои. Нужно помогать. Наказывать или нет? Воспитывать, имею да. в виду. Воспитывать? Воспитывать ведающим отеческим словом питания. Словом питания. Слово воспитание. Все верно. Таисия, что скажете? Наказание, еще раз повторяю, от слова наказ. Вразумлять детей, наставлять с любовью. Мне кажется, что... Вразумлять, спасибо. Наше время истекло. Третий решающий раунд завершен, и мы ждем окончательного решения судей. Ничья, 2-2. Все же церковь на чьей стороне? Если бы мы вас попросили войти в ринг, куда бы вы стали? Третий раунд, он блестяще, просто две команды себе показали, но я сторонник того, чтобы мы правильно понимали, что такое наказание. Наказание – это вразумление, это наставление. И если это совершается с любовью, это никак не противоречит ни нравственным, ни библейским позициям. Если говорить более буквально, можно ли разгудывать? Это разрешается в Священном Писании, в частности, в Ветхом Завете. То есть вы в красном углу? Я за золотую середину. Спасибо. Поделитесь своей историей. Вас наказывали в детстве, и что вы будете делать в будущем? Меня все-таки воспитывали с применением разных подходов, и мне кажется, что это правильно. И очень показательно, что наши гости тоже стали объединяться. И именно этого единого мнения о том, что нельзя разбросаться по разным углам и кричать из них, его и не хватает нашему обществу. Должен быть подход обобщенный, и детей нужно воспитывать по-всякому. Вам не кажется, что они только в нашей студии такие скромные, а на деле будут наказывать еще как? Может быть, но все-таки мне кажется, что даже если они будут наказывать, они это будут делать не со зла. Мне кажется, все равно любой ребенок понимает, когда к нему относятся с добротой, а когда относятся с какой-то злобой, с агрессией. Даже если эту агрессию прятать за какие-то, за ширму из любви, он это почувствует. Спасибо. Сейчас мы узнаем окончательное решение судей. Когда судьи сделали свой окончательный выбор, эта жесткая дискуссия подошла к концу. Раздельным решением арбитров в этом поединке победа со счетом 3-2 присуждается команде в красном углу сторонников жестких методов воспитания. Поприветствуйте друг друга. Мы единомышленники. Это было ток-шоу «Жесткого». Надеемся, что каждая сторона извлечет уроки из сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире Первого Крымского. И все будет жестко.